В Ханты-Мансийске отметят традиционный народный праздник прощания с зимой – Масленицем. На этот раз с соблюдением всех противоэпидемических мер. К примеру, в окружной столице, в КТЦ «Югра-классик» 12 и 13 марта пройдут показы русского народного мюзикла «Как Емеля невесту себе выбирал». Ансамбль песни и танца подготовил веселое сказочное действие. В масленичную неделю главный герой решает найти себе невесту и сыграть свадьбу. Веселые скоморохи устраивают Емеле смотрины. Концертный зал будет заполнен только наполовину. КДЦ «Октябрь» в свою очередь подготовил праздник в онлайн-формате. 14 марта в полдень пройдет театрализованное представление «Широкая масленица». Местные творческие коллективы исполнят русские народные песни и танцы, а вот традиционное чучело зимы на Центральной площади в этот раз решили не сжигать.